В Цхинвале прошел турнир по всестилевому карате, приуроченный ко дню принятия акта о независимости Республики Южная Осетия. Турнир по данному виду спорта прошел впервые. По словам главного судьи Мамеда Кулумбекова, этот вид спорта пользуется популярностью как среди спортсменов, занимающихся различными видами единоборств, так и болельщиков. Менеджи тенгиштер резултаттан тестетан чоклар стей рафтазарджан на короте се стилевой хойне вой фала я бенду манас мохтут касу офта маю смешан ерина бурстота тахчин сазарда маша сабалаттан ошо видаю ман маджа табы сахаштарджи ухайдарджи орхойн ухайдар на ядин амикой сай мидайк ма ура сух тахчин Бизнес на фантазарен спорткомитет мана обещаю Руслан Сарлаг молодежка тенг бочар хоть то еще мой оше рестар шавы на хоскут там обещаю Руслан и оше эриста то еще мой оже мы на кух сорсто не на злохто олохо задер на хорста болади со Руслан даров так осите Но бум на некот казу дов дороше ди тенги, ше ме дисче, тенг расту больше да ке бев. В соревнованиях участвовали около 100 спортсменов. Среди них команда Северной Осетии «Алани». Спортивную делегацию из Братской Республики возглавил главный тренер сборной Игорь Таймазов. По словам специалиста, по результатам этих соревнований лучшие бойцы будут представлять спортивную честь Осетии на всероссийских соревнованиях. Хорошо, нашим ребятам здесь даже понравилось. Настроение боевое, как сказать, спортивное. Многие ребята уже даже друг друга знают, потому что не раз они выезжали сборной командой независимо Южная Осетия, Северная Осетия. Вот буквально недавно проводились Евразийские игры боевых искусств в городе Уфе, Башкортостане. И мы также участвовали одной сборной командой. Очень хорошие результаты ребята показали. На официальном открытии участников и гостей турнира поприветствовали председатель комитета по молодежной политике и спорту Руслан Хубешта и его заместитель Суслан Гасиев. Было отмечено, что последний весенний месяц был насыщен спортивными мероприятиями. Ма мингой севалатта че хоя тройстуй, ви оди моган тенгер сезгону, на фаси ведовта тенгзодейство ванника эсте. Са ирдек хойнен голиндарни плана хост наудесте, ма моха на фирдеги форс бахот эдестан хиш одна. На фандеза хэнэ шты бузнег на почо хадеса влагаген, на форс на кайбола вис кэнэн бахускутта. Эн валдой бузнег оха мактифун хоят кэйсе, на кастер фалкан шарды. Соревнования ко дню принятия акта независимости проводятся второй год. Ранее соревнования прошли по вольной борьбе, волейболу, боксу, армрестлингу, художественной гимнастике, шахматам, футболу. Особый интерес у жителей и гостей республики вызвали иконные скачки. Батрас Хурьев, Аида Кочиева, информационный выпуск сегодня.